Обеспечение безопасности дорожного движения остается наиболее острой и актуальной проблемой. Дорожно-транспортные происшествия регистрируются в республике ежедневно. Нередко в них гибнут люди. Специальная правительственная комиссия обсудила ситуацию на дорогах Чувашии, а также предложила меры по улучшению дорожной обстановки. Показатели этого года по сравнению с прошлым несколько улучшились. В целом по республике количество ДТП сократилось. Однако в некоторых районах Чувашии эти показатели возросли. Чаще всего происходили столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В преддверии нового учебного года особое внимание уделяется профилактике аварий с участием детей. За последние 7 месяцев получили ранения около 150 человек. ГИБДД совместно с Министерством образования республики проводит специальные тематические мероприятия, уроки и беседы, которые дают положительные результат. Начата проверка готовности школьных автобусов. В ряде районов республики и в городах транспортные средства не оборудованы тахографами, что запрещает их использование. Как отметили на заседании, эту работу необходимо завершить к 1 сентября.